Всем здрасте! Ну что, сегодня у нас на обзоре новый симулятор драгрейсинга, да. Ребята, этот драгрейсинг вышел совсем недавно, уже набирает, в принципе, популярность, и, как заявил разработчик, это самый лучший симулятор драгрейсинга 2018. Год только, в принципе, начался, но он считает, что это лучше. Ну что, ребята, давайте, в принципе, глянем. А также хочу, ребята, еще сказать, что для этой игры имеется зум. Если игра сейчас вам понравится на обзоре, то я сниму зум либо же на втором канале, либо же оставлю ссылочки в группе ВКонтакте. Все, в принципе, зависит от вас, так что я думаю, без ума здесь можно поиграть, потому что игра не такая уж и сложная. Так что, ребята, давайте, в принципе, осматриваться здесь. Так. Здесь у меня уже имеется тачка, в принципе. Здесь довольно-таки очень много различных, ребята, автомобилей по каждому, в принципе, как бы сказать, ассортименту. Вот, смотрите, Т7, здесь у нас вообще крутые суперкары, да, Т6 там и все прочее. Все понятно. Так, улучшение. Получается, денег у меня пока что нету, чтобы улучшить что-то, но здесь у меня более-менее что-то, в принципе, улучшено. Ну что, так, визуалка. Это, получается, типа покраска, да, я ничего не буду красить, мне все так устраивает. Нажимаем, ребята, play. Здесь у нас появляются вот такие вот режимы игры. Так, где я хочу поиграть? Здесь я, где вот, ребята, 6000 баксов, я пока что там не могу победить никого, потому что там очень сильные сейчас противники на данный момент. Пока что, ребята, будем играть обычные, вот эти дешевые, как бы, режимы, чтобы собрать деньги. А потом, ребята, как только деньги соберем, улучшим нашу тачку и будем побеждать абсолютно всех. План понятен, понять. Ребята, здесь имеются два вида камеры. Это от первого лица, такой очень самый крутой, самый реалистичный, да, где ты реально погружаешься в этот драгрейсинг. Итак, врубаем нитро, чтобы ускориться. И имеется, ребята, вот такой вот второй вид камеры. Это немножечко так сбоку. И тоже очень, в принципе, круто смотрится. Еще, ребята, графика у меня вроде стоит на максималке. Давайте сейчас даже посмотрим. Если что, даже поставим на максималку. Вроде стоит максимальная графика, потому что когда я заходил, играл, была минимальная просто графика. Но потом я раз и поставил на максималку. И сейчас, ребята, рублю. Здесь а также, ребята, по-прежнему и в этой новой, ребята, игре добавили эти, в принципе, сундуки, как бы ящики, да, которые вы должны постепенно открывать и что-то, в принципе, выбивать. Так, давайте откроем, в принципе, один сундук, у меня сейчас он доступен. Так, вот он. Так, здесь ничего такого интересного нету. Да. Понятно. Так, настройки, ребята, да, мы хотели посмотреть, давайте нажмем. Так, графика стоит, смотрите, максимальная. Давайте вот это здесь тоже поставим максимальное. И вроде все максималка стоит, ребята. Русского языка здесь нет, так что нажимаем еще на play. Сейчас еще раз, ребята, прокатимся, да и завершим наш обзор этого нового драгрейсинга 2018. Так, нажимаем на рейс. Я думаю, давайте сейчас попрощаемся с вами и доедем до финиша со звуковыми эффектами. Как вам, ребята, такая идея? Ну, в общем, ребята, это все. Всем спасибо за просмотр. До скорой встречи. Пока. Погнали.